Этот проект впервые реализовала молодежная общественная организация города Самары в 2010 году. С тех пор однодневная акция проходит в преддверии празднования Дня Великой Победы. Город-герой Севастополь может стать примером патриотизма. Вахту памяти у мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941-1942 годов севастопольские школьники несут уже 40 лет. Пост номер один был открыт 9 мая 1973 года. На сегодняшний день он единственный из 148 постов бывшего Советского Союза, который действует постоянно. 24 апреля вахту памяти севастопольские школьники будут нести сразу на 20 постах у памятников, мемориальных комплексов, посвященных событиям времен Великой Отечественной войны. Как и в других регионах Российской Федерации, такая акция пройдет с 14 до 16 часов. Мы также решили сделать акцент на нашу многонациональность, поэтому завтра вы сможете увидеть посты памяти не только около памятника Второй мировой войны, но также около танка на улице Ленина, это памятник, посвященный воинам-интернационалистам, и около обелиска на улице Ревякина, это памятник народам, депортированным из Крыма. Нам показалось, что эти памятники и тема многонациональности очень актуальна для Севастополя в данный момент. 24 апреля в 40 городах России единовременно будут выставлены 268 постов памяти с общим количеством участников более 2350 человек. В этом году к акции присоединились Белоруссия, Молдова, Киргизия и Азербайджан. Маргарита Пронина, Александр Листопад, Севинформбюро.